Этим кадрам ровно 9 лет. Тогда, в 2008-м, когда мы готовили наш предновогодний видеоподарок всем жителям города, декабрьская погода, как и сейчас, удивляла. Снега не было, но сценарий погодный не смог внести корректировки в сценарий наших режиссеров. Как известно, возможно все. Выход был найден. Снег кружится, летает. Сразу несколько снежных пушек устроили самую настоящую зиму в ее отсутствие. Справились. Некоторые потом увидели в этом даже что-то мистическое. На следующий день после всех наших стараний в Перми пошел самый настоящий снег. Вот и 1 декабря 2017-го в Перми пусть и морозно, но снега нет. Совсем. Устойчивый антициклон раскинулся над Уралом и европейской частью России. Говорят, он из Пакистана. Снега пермяки ждут. Так, если тогда, в 2008-м, сработало, может быть и сейчас нам удастся вызвать снег в ближайшие дни в Перми. Давайте проверим. Магические барабаны наведьте.